Ну что, сейчас я расскажу, как пользоваться вот этим аппаратиком, таким прекрасным, небольшим, да, и может нам пользоваться как ультразвуковой чисткой или фонофорез. Вот, что нам дает чистка этим препаратом? Она удаляет старые клетки, также предотвращает вот это вот акне, его появление, естественно, помогает от него избавиться, да, ну, стимулирует процесс омоложения кожи, так что большие плюсики есть, да. А фонофорезом, когда мы пользуемся, да, вот этим аппаратиком прекрасненьким, то это как микромассаж, с таким эффектом, опять же, омоложения, будем омолаживаться, ванны Клеопатры не принимаем, но вот хотя бы так, да, разглаживает морщины, вот эти вот носогубные наши складочки. В общем, ну, как-то так, не буду сильно заморачиваться. И когда мы чистку делаем, то есть мы проводим вот так вот, вот этой стороны. А когда фонофорез, то вот так вот. Вот так вот. Ну, в общем, я это показываю, да? Мы берем простой гель, вот вместе с просто гель, но я уже себе заказала гель специальный фирмы GESS. Так что он должен скоро мне прийти. В общем, какой-нибудь такой увлажняющий гель у вас должен быть. Или сыворотка для лица для того, чтобы лучше пользоваться этим аппаратом. В общем-то, все рассказала, да? Берем гель, наносим на лицо. Та-ра-там. Так, подвинулись. Вот так вот наносим. Я не сильно большим слоем наношу. Ой, по губам попала. Так вот. В общем, я вот пользуюсь уже несколько дней, и что я могу сказать? Результатом я потихонечку становлюсь довольна. Чувствую некие такие изменения. Все-таки кожа говорит мне спасибо. И я ей говорю за то, что мы вот так вот дружим и красиво ходим. Вот такие дела. Буквально 5 минут на эту процедуру все уходит. Я вот не взяла сосочку. Так. Ну что, естественно, это два режима, да, у нас вот. Первый режим это чистка, а второй фонофорез. Раз в двух получается. Но третий раз нажимаю, и, естественно, она выключается. Вот я здесь подержать немножечко или остаточки так смыть тоником, там, водичкой. В общем-то, все. Так вот, процедурку сделали, все прекрасно, все отлично.